Хлив степные веют над нами, темные силы нас грозно гнетут. В бой роковой мы вступили с врагами, и нас законы уже не ебут. Тихо, 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 Владимир Ильич, тихо, тихо, тихо. На путь кровавый, хорош, хорош. Маш-маш пьет рабочий навод. Хватит, хватит, Владимир Ильич, не в Смольном же. Не в Смольном же. Вспомнилось. Это в Смольном вы там кутили, не без просыху. Дым коромыслом, блин. Вы там хоть, блин, хоть трезвые были когда-нибудь в Смольном-то в своем? Жрали, небось, с утра до вечера ханку? Ну, знаете ли... Там, небось, вот эта картина, Ленин просит у рабочих кипятка или у солдат, там, небось, просил... Чайку, чайку, балтийского таки чайку, извините. Да, балтийского чайку, небось, просил, там, с чайником ходил, там, по этажам. Как-то так делается революция. Как? Так делаются законы. Вот надо дождаться конкретно. Ты видал вот какой талмуд? Так это только вот, что это такое вообще? Это комментарий. Это только комментарии. Российской Федерации. Какая нахер Российская Федерация? За что я боролся? За что я боролся? За РФСР. РСФСР. Да. Российская Федерация. Ты там это, в свой РСФСР и туркменов, и башкиров, и казахов, и всех ты туда посогнал. Правильно, многонациональное государство. Основа. Основа. И снова. Еще раз основа. Мне вот только неинтересно, зачем ты к басмачам полез-то, вот, интересует меня вопрос. Чё ты в этом Туркменистане-то уже забыл? Зачем тебе там революция? Или нефти ты тоже извините, захотел? Извините, всё-таки поближе к Чуйской долине. Вы знаете движущую силу Узбекистана? Киргизские бошки тебя интересовали, Владимир Ильич. Бошки, 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 бошки. Соответственно, все. Я надеюсь... Тут есть соответствующий комментарий к этому? Бошки киргизские. Владимир они еще не запрещены у вас? Ты знаешь, Владимир Ильич, что по нашим нынешним законам бы посадили бы тебя, как наркомана, и за грибы твои, и за бошки, и за балтийский чаек. Несовершенное законодательство. А то получается, срочно ты... переработать. Под кайфом родился, под кайфом крестился, и с кайфом... Пошел отбывать. Да, 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 да. Было всякое, было. Несколько раз ездил. А на Киче ты где чалился-то хоть? Мне больше...